Здорово всем, братва. Ступа младший на связи. Сегодня день траура и скорби в связи со вчерашними событиями, о которых вы, разумеется, знаете. То, что произошло в Крокус-Сити. Спасибо замечательному человеку. Решили вопрос с маслом. Поехал сегодня. Сергей Петрович показал то все. Двигатель, редуктор, масло сменили. Только что разменял 200 километров пробега. Отпахал конек уже. Две соточки. А как вчерашний день, ёпт, как будто вчера купил. Я сейчас возьму ведро, ну какое-нибудь ненужное, вот это, к примеру. Туда весь мусор, все эти шкалики, все покидаю. Ну хотя бы вот досюда. Мусор уберем. Это на помойку. А после чего возьмем вот то, что из дома принес. Сейчас, ой, купаться-то будем. Малыш, как хорошо. Ты доволен, малыш? Хороший коник. Видишь, как бывает в жизни. Ничего, Санечка сейчас с тебя все говны посмывает. Водичка-то, видишь, какая холодная. Не май месяц, чай, еще март идет. За ногу его, блядь. Так надо. О лошадях своих заботиться. Коник-то один, а лошадиных сил-то в тебе 11. Видишь, как. Хороший коник. Я уж газами надышался, выхлопными заебись-то стало. Вот эта рулевая колонка, она гуляет с приборной панелью и со всей этой хуйней, понимаешь? Ну где Беля? Это ад! Вот как ее изъебнись, но, блядь... Вот как ее, блядь, вот, Владюх, вот видишь, как они придумали, хуй подлезешь, нахуй. Коней покормим хоть, чтоб было. Ну что, братва, заехали мы на Лукойловскую заправку. Сейчас литра 3 сюда кинем, 92-го, и поедем на работу, я только смену открыл. А смена у меня сегодня вот на Терешкова в Малибу. Так что всем хорошего дня и хорошего настроения. Дембеля! Это ад! Иду сейчас в Пятерочку за вторым заказом. Как же у нас сегодня тепло, ребят? Какое? 31 марта. А на улице 15-20, там, может, и больше будет градусов. Часам к 3 вообще сказали 22 будет. Это уже как майская погода такая, представляете? Давно хотели тепло, вот получайте. Забрал второй заказ, сейчас на Терешкова повезем. Хорошее начало дня. Вообще, за что люблю Яндекс.Карты? Ты навигатор себе воткнул, из точки А в точку Б адрес вбил, все. Все тебе покажут, все тебе расскажут, что, как ехать, то, все. Едь только на знаки внимания, обращай дорожные, и все. Знаешь, как удобно? Если кто курьером, мотокурьером работал когда-нибудь, меня поймет. Все, второй заказ отдали. Сейчас едем за третьим в ту же Пятерочку на Циолковском. Вообще по кайфу. Сегодняшний день мне прям очень нравится. И пусть он будет сегодня таким же кайфовым. И пусть вся жизнь наша будет такой же охуенной. Вон динозавры дарят детям счастье. Это ж охуенно. Сейчас идем за пятым заказом. Вообще кайф. По весенней погоде. Так, сейчас будем заказ вот отсюда забирать, с перекрестка. Сейчас за 8-м заказом поеду в Малибу, в перекресток. Сейчас едем за 9-м заказом. Я выпил кофейку, съел круассаны.
настроение сразу прибавилось. Вот таких бы дней, да побольше, солнечных, ясных и теплых. И просто я полюблю нашу погоду просто. Спустя 6 часов работы, уже 15 заказов сделано. Это уже больше 2000. Сейчас еду за 16-м. Сделал я, короче, 23 заказа уже. Время 8-9 час. Сейчас я иду к своему давнему другу, Пуделечку Андрюшке. Он сегодня с Косыревки приехал. Сейчас мы с ним увидимся. О, привет, Андрюх. Классный твой железный конь. Да? Сколько не виделись. Долго. Хороший? Ага, крутая прическа. Да? Да я давно подстригся, Андрюх, помнишь, давно хотел подстричься. Жалко его, правда. Ну, самогон смешать с вином. Ты выпей самогон с вином, блядь, тебе самого тошнить будет. Да зачем их надо? Нахуй. Да. Он зачем? Нахрена учился, блядь, там потом с какой-то девкой начал зажигать, там танцевать. Танцевать? Ну, после алкоголя, конечно, Андрюх, это пиздец. Да там все танцевали под музыку. Да я никак, ну, Саш, не любитель я этих по заведению, да я с людьми. Люди все чужие, я никого не знаю. Я понимаю. Да я... Мы все вместе со семьей просто проходим. Да это да. А знаешь ты, это где вот кинотеатр. Какой кинотеатр? Ну вот где кинотеатр был. Маяк? Там, где вот и церковь. Ты тоже, Андрюх, знаешь, сейчас доверяй, но проверяй. Людям доверять невозможно, тем более рабочим людям. Когда первый раз их видишь, не знаешь, что... Короче, братва, когда за рулем, никогда алкоголь не пейте. Пейте только соки, ёпта, и воду. 14 заказов.
Это, считай, за 3 часа 2000 рублей сделал вообще налегке. Я считаю, день охуенно начал. Сейчас поеду за 15 заказ. Блять, пацаны, ну как вы думаете? Я нахуй подхожу сейчас, вижу, блять, сухо было и мокро стало. Я, блять, рукой полез, думал, бензин. Соседка с пятого этажа, это самое, куда я еду доставлял. Это собака, говорит, пописала. Пиздец, блять, я нахуй эту санину нюхал, блять, думал, бензин. Ёбаный ты в рот, нахуй. Блять, причем собака не уличная, сука, а с хозяйкой была. Та ей позволила взять, блядь, технику обоссать, нахуй. Ну что таким людям сказать, блядь? Ну куда это нахуй годится, блядь? Я еще нюхал сидел, блядь, думал, бенз, сука, течет. Я на Дэдпул хочу сходить. А это когда будет? Летом. А, летом? Там хрен поймешь. Да сейчас пиццу поедим вкусную, сырную. И чай я на двоих взял, стаканчик. У меня ключ на шпингале. В комнате? Да. А че ждать-то? А вы не ладите с матушкой или ладите иногда? Да иногда она так меня спросит, зайдет, как у меня здоровье, самочувствие, как дела. Да я так и говорю, все хорошо, не волнуйся, не переживайся, мама. Да что нам, чем мы можем еще поинтересоваться? Пришлось ездить туда, в мой жучок. У нас из Осокова, тут везде дальше было. А где лучше жить, Андрей, был? На Меркулово или где? В деревне. А в деревне там хорошо было. Колодец, вода можно. Колодец, водрами ходить, черпать воду, таскать. Кольдовать было ходить, яйца можно было ходить собирать по деревне. Кольдовать? Ну что, знаешь, сколько народ ходил, девчонок было, ходил, собирал яйца тоже со всеми. Было интересно. На рыбалку можно сходить, футбол можно поиграть со всеми, по деревням полазить. Шалаши. Все дружелюбные, да, были? Шалаши можно было строить. А в деревне все-таки лучше люди, да, чем тут? Да и в деревне было хорошо, можно было в лес ходить за грибами. Там тоже, конечно, Пашки на тесто и на мотоцикле катал нас, на машине. Один раз помню, как вообще он машину свою разбил, он это, куда-то ехал. Знаешь, все же надо будет как-то аккуратно зажги, хоть даже на мотоцикле. Конечно, Андрей. Вот, блядь, подрезают, блядь. Нас хотели, блядь, денег содрать просто. Поэтому они подрезали. Ну вот так вот улетишь в кулет, и все нахрен. Сам разобьешь и сам погибнешь нахрен. Так, что у нас за 6 часов? 12 заказов. Сейчас за 13-м поеду. Одно дело, когда в подъезде взял, поднял и все. Другое дело, когда ты пешком все это на себе тащишь. Ты поебнешься, у тебя просто-напросто ресурсов никаких не хватит. Заехали на мойку. Сейчас это, к первому боксу поедем, вон человек сказал. А, чем сидеть полчаса с канистрой ебошиться, мы лучше сейчас на автомойке керхером сделаемся, и у нас кони будут чистые. Все, поехали. Катаемся сейчас вдвоем с Владюхой. У него сейчас будет опыт вождения с пассажиром и с грузом. Поедем отвозить, отвезем, а дальше посмотрим, что будет. Сейчас доставим, покажу вам наш край, наш район. Багажник, опять руль люфтит, вон болтается все. Сейчас, короче, снимем приборку, затянем вот эту внутреннюю гайку, и все будет заебись. Суббота,
выходной день вроде. Ну так, приехали на 15-й микрорайон. 50 на 50. 50% самому быть уверенным на дороге и 50% быть уверенным в мотоцикле. А дальше, вот, наверное, в сторону Звездного поедем, вам еще город покажем. Пацаны, короче, если у вас этот бак не показывает, лайфхак, как проверить бенз. Поняли? Если там море плескается, значит, все заебись, ехать можно, короче. Подсолнух, ЛТК, Лука, то, на чем можно переплатить пару рублей, но ты будешь уверен, что он тебя нахуй не встанет. Блять, еще что-то ему прилетело. Если мультик, то давай сейчас тебе это набьем, хуй бы с ним. Видели? Таксистов ты ж втопил, я за тобой, я за тобой ехал. У него что-то со сцеплением пошло, с передачами. Ну, будем смотреть, потом разбираться. Сейчас, короче, коней, я думаю, наших закатим. Вот. Ну и с Олегом поедем на арт-тусовку. Прикинь, вот этого же не было, по-моему, да? Это просто снегом много было, и все под снегом было. Ебать, это сейчас, короче, вот эти снега растаяли. Это тут, тут. Я вот хотя бы вот до сюда, вот до нашей территории, мы говно уберем, да? Интересно, прикинь, вот кольцо спереди. Я еду справа, мне надо, блядь, перестроиться в левый ряд, чтобы проехать, блядь. Угу. Меня не пускают. Кстати, да, вот... На повороте, это мы вообще внимание. В этом и проблема мотоциклов. Нет, я когда ездил, вот сколько, 450 километров почти, ни разу эксцессов не было.